Всем добрый день. Вчера у нас был шашлык, сегодня у нас рыбный день. Мы покупаем рыбу ряпушку, кто северяне знают, и она у нас постоянно приходит с икрой. С килограмма выходит грамм 300 икры, которую я потом солю. Сегодня уже съел с утра. Смотрите, какая икра. Обалдеть. Так как Наталья Алексеевна не любит малосол, мне приходится обрезать, а я любитель. Животики, кто знает, самое, где больше всего содержится витамина D, брюшки. Я их солю просто. Соль, лук, масло и еще лаврушка. Сегодня еще будет у нас грибы. Грузди со сметаной. Лук наш, с нашего огорода, где мы вчера с вами были. И еще картошка, тоже наша, с нашего огорода. Сейчас мы лук. И будем жарить ряпушку. Очень вкусная рыба. Рекомендую. Постоянно с икрой, свежая. Берем в диком качестве. Ссылочку сейчас вот в этом сторис вам оставлю. Прекрасная рыба. Это форель. А так в основном беру на малосу, муксун или нельму. Вот так вот. Начнем жарить. Берем одну, значит, рыбку. Вчера я почистил, приехал когда с дачи. В муке. Обмазываем все и понеслось. Только она не шкварчит. Сейчас добавим току. Все. Сейчас все зашкварчит. Максимум. Сейчас я выключу. Ну, в общем, что-то произошло не так. О, пошел звук. Следующую ложим. И еще лучка еще потом. Мама сказала сделать сверху. Не будешь лука делать? А я сделаю. Сейчас порежу специально и сделаю. Угу. Такой рыбный день. У нас сегодня будет еще картошка. Пюре? Или что? Пюре. Малосол, грибы, грузди и рыба, и картошка. Вот и здесь прекрасное, прекрасное воскресенье, да, у нас сегодня? Прекрасный воскресный день. Так что ешьте больше рыбы и картошки. Всем доброго дня еще раз. Ссылочку смотрите вот здесь вот, или здесь, на дикое качество. Смотрите, какая обалденная, прям как шашлык вчера. Шкварчит. Кушайте такой. Вытяжку сейчас выключу. Такой звук. А на фоне однажды ряпушка люблю с лучком, чтобы он такой был не сгоревший. И такой не прожаристый, не круче, а вот именно такой полужареный, полувареный. Обалдеть. И картошечка еще варится. Сейчас мы сегодня выложим рецепт, как мы засариваем вот такую рыбу. Рыбу разделываем, перчим, солим, крупной солью, перемешиваем, добавляем лука, масло растительного и опять перемешиваем. И все, в холодное место. И готов малосол через пару часов. Вот, жарит мама. Профессионально. Не как папа на рыбалке. Какой загар у рыбки получается вкусняшки. И пюре профессионального повара тоже. Ну, сейчас будем делать обед. Так что всем советую, переходите на рыбу. Рыба – самый главный источник здоровья. Домашняя картошка, домашнее молоко, лук, огурцы, помидоры. В общем, все домашнее, кроме грибов. Все грибы осталось разводить на чай. А мясо из леса, косуля. Вот так вот. Друзья, всем приятного аппетита. У нас тут кухня. И наша кухня.
С корочкой, с рыбой, с картошечкой, с грибами. Еще не хватает огурчиков. Ваня, привет, передавай всем подписчикам. Вот.